Распустить Омский городской совет, а всех чиновников пересадить со служебного транспорта на велосипеды. Такие предложения звучали на общественных слушаниях по проекту городского бюджета, что прошли в пятницу. И, видимо, неспроста. Чиновники в основном говорили о своих заслугах, отчитываясь о работе в 2016 году. А вот бюджет Омска представили скромно. Еще бы. В 2017 году он останется дефицитным, но это в последний раз, когда закон разрешает, чтобы расходы были больше доходов. Они, к слову, 13,5 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом существенно снизились на 2,5 миллиарда. В этих условиях чиновники готовы зарабатывать на всем. Из бесплатных муниципальных помещений оказались выселены некоторые образовательные учреждения, объединения художников, спортивные клубы. Оптимизация грозит и баням. Депутат городского совета Александр Иванов в ответ на это заявил, что такими темпами Омск превратится, цитирую, в город вож. Но хуже всего обстоит дело с общественным транспортом. Чиновники пытаются оптимизировать работу автотранспортных предприятий в Омске, в числе предложений отменить 27 маршрутов и изменить схемы еще 25, но денег на них катастрофически не хватает. На субсидии муниципальным ПТП нужно 900 миллионов, в мэрии заложили всего 251. Вероятнее всего, в следующем году стоит ждать повышения проезда до 27 рублей за поездку.